Рудимент, который напоминает нам триоль швейцарской армии, только обращенную. Я думаю, что популяризовал его, скорее всего, Тони Вильямс, и дальше пошло, у многих барабанщиков эта фраза встречается. Во времени посмотрим. Попробуем этот Тони Вильямс лик и идея из группы из пяти нот. Вот послушайте, как это будет звучать. Или из семи.